по-домовски, по-нашему, по-старому? Селяви. Селяви. Да. Во всем виновата женщина. Поэтому вопросов к Филиппу не может быть. Боже мой, какая женщина. Вот женщина. Прозвучала, как лятый крыса. Подождите. Слушай, деточка, при чем тут женщина? Здесь? Причем здесь дава и женщина, я тоже не понимаю, ребят. Я всегда смотрела, думаю, при чем здесь... А при чем здесь я? Можно поинтересоваться вообще? Они там мирятся, ругаются, уходят. Жизнь расставила все на свои места. Ну, расстались, ну, не сложилось. Ну, что, ты тоже не без греха. Ты тоже с другим. С тобой, например? Собчак, да, я не против. Так, меня не примазывайте к вам, ребят. Я поэтому тебя и не узнал в маске розовой пантеры. Тот самый случай, когда Филипп уже, наверное, 100 раз пожалел, что ко мне подошел. Да, да нет, Филипп? Я думаю, Оль, мы должны проявить с тобой женскую солидарность. Слышишь, нет. Давай его вдвоем прижмем в углу. Нет. Филипп, нахрена ты общаешься с Давой? Объясни мне, что за голимый пиар? Вот честно, смотри, все приличные люди. Я прекрасно вот понимаю, Филипп. Кожевников на тебя смотрит, при нем вообще врать нельзя. Я прекрасно понимаю Филиппа. Что тебе скажет Дава, когда увидит, как ты меня обнимаешь, Филипп? Вот именно. Он скажет, нахалка. Скажет, ну слава богу, все, она в надежных руках. Он будет рад за друга. Он мой друг. Скажи, он тебе хоть платит за пиар? Ну, вот кто? Нет. Дава. Оля, зачем? Оля сама может собирать и пиарить кого угодно. Только почти это, как Ксюша, ты. Это только ты за деньги. А вы за любовь к Даве. А я всегда по любви. Господи, вот вы находите объекты для любви, ребята. Вот лучше бы за деньги, ей-богу, честно. Нет, не все. Она так не думает. Хорошо, скажи мне последний вопрос.